Популярность коллекции свадебных платьев «Ривьера белых роз» от Ольги Каурцевой растет. Прославленный ивановский дизайнер и модельер уже не раз презентовала наряды для невест. Теперь коллекцию авторских свадебных платьев сможет увидеть вся страна. Ольга Каурцева приняла участие в съемках программы «Наше время» на Первом канале. Тема передачи – «Звездные свадьбы». Невеста солиста группы «Корни» Алексея Кабанова появилась в студии в платье «Арнелла» от Каурцевой. Ольга – один из немногих дизайнеров, создающих уникальные наряды для невест, и ее последней коллекции не осталась незамеченной в мире России. Юрий Николаев встречал с Левом Солью невесту Розу в платье Каурцева, и мы такую подвязочку изготовили. В общем, как все положено, жених достал, вынул подвязочку, кинул, и ее Сосо Пожвиашвили поймал, и в итоге потом всю песню пел с ней в нагрудном кармане.